Погнали. Это кто такой красивый? Вот это контент. Михалина. Да, угадала. Ножка. Как Дмитрий Лих проводит свой досуг? 150 на полном баке. Бля! А в чем суть этой игры? Объясните чат. О боже, блядь, тебя так не видно, нахуй. Офигеть! Я сейчас так обсирила! Лютые. Лошара. Я хотел, знаешь, что сделать? Че? Если ты бы вот здесь была, я бы вот так просто. Львиную комбо заебашу, сейчас тебе покажу. Давай. Да главное не сломать ничего. Да, вот так. Я думала, она кто разъебет, ну, почему-то туда. Было бы эпичнее. Да, вот что, про что они делают? Рабочий стол спалил, видишь, что у меня там ничего нет. Пофиг. Полиция, реально сейчас, полиция. Секунду. С телефона зайди, да ебать. Ладно, тихо, ребят. Не, я один дома. Это голос Вегаса был? Или мне пока... Это Вадима голос был? С телефона зайди, да ебать. Ладно, тихо, ребят. Это не его голос? Тихо, ребят. Чат. Это не Вегаса голос? Очень похож. Нет? По-моему, похож. Люто причем похож. Да не? Не? Не, я один дома. А я дома. Не, я один, я вам. Если Пао Инь будет на 34-го года на младше тебя, младше сможешь меня? С ним встречаться. Да, без разницы на возраст. Мне кажется, я сейчас ни с кем не смогу. Вообще, в целом. Давайте проверить, да? Эй, йоу, молодой киберспорткар. Киберспортсмен! Чушь-плю. Ну давай, позвони чем-нибудь. Сын заходит в спальню, видит, как его родители занимаются любовью. Он посмотрел, закрыл дверь и ушел. Родители заканчивают, сидят в спальне. И вдруг слышат какие-то звуки соседней комнаты. Отец пошел разобраться, заходит в комнату и видит, как его сын жарит бабку. Сын поворачивается и говорит, что неприятно, когда твою мамку трахают. Блять, на всякий случай осуждаю. Да. Подождите, а вы записали анекдот, который я просила разрывной вообще на прошлом стриме? Костя, можешь напомнить анекдот? Очень смешной был какой-то. Лютый был анекдот. ЛСТГ. А можешь тут написать, пожалуйста? Придешь к малостроенную тусовку, если позовет, хочу видеть, как ты девушка... А, кстати, сейчас. Я закрою телеграмму, то... Супер. Общаешься, может, перепадет что-нибудь, мы бы девственности лишишься. Душмен, твоя маме известно, твоя маме там, ну, типа, я ее трахал. Осуждаю. Ебать, он похудел люто. Как он-то... Смотри, у него шея тонкая. Круто. Ого, она пьет. Ебутся как-то два клоуна. Спустя час один другому говорит, что-то как-то не смешно, нихуя. Заглотус! Что произошло-то у нее, у Заглотуса? Чё пишет Заглотус? Лютая. Ну, блядь. Да врежься ты уже! Сука. Блядь. Сука. Поставьте дизлайк этому ролику. Сука. Врежься! Байт. Какой нахуй факт? Да, я бы хотел такие же крылья. Что? Я бы хотел себе кривые пальцы, как.
как у Даши Корейки, блядь. Да ты заебёшь! Как она это делает? Я хотел бы так пока... Макс, ты чё, уже пиво нахуй в бошку дало или чё? Всё, там чил уже под пивасом. Ебать, ему скримить надо! Ему надо скримить! Отвечаю! Блять, у ФПСа нет, ну Кент пердит. Охуеть! Что значит плюс 100к? Почему? Бля, прикол в том, вот что я вот на такой хуйне не ору. Я не могу орать на такой хуйне. Я просто вот... Я вообще никуда не каталась. А, сколько Алик пишется? Это все мои эмоции, нахуй. Все, я просто больше ничего не могу. Мне просто хуярит, блядь, как, блядь, дабстеп. Стой, сиди. Мы решаем, что будет на нашей стриме. Я пойду? 5 секунд, подожди, потом пойдешь. Все? Иди, да. Мы решили, что и как будет. А не кто-то там. Кто-то там. А не кто-то там. Другой. А не кто-то там. Другой. Какой-то олух, блядь. Наскрузился, блядь. Вчера сказали, что меня собьет КамАЗ. И в принципе не планирую больше из дома выходить. Выйду глубокой ночью с собаками погулять. Часа в 3. Ну, явно в 3 КамАЗа на улице не должно быть, правильно? Наверное. Ну, по-моему, они по ночам как раз только в городах и могут кататься, нет? И в целом, я живу не на первом этаже. То есть даже если мне в дом едет в КамАЗ, он меня не задавит. Не переедет. Так что, в принципе, можно отдыхать. Прикиньте, у меня сестра недавно стоит на парковке у авиапарка, и в нее просто летит, короче, огромный фургон или КамАЗ, ну, типа, огромная машина, короче, поняли? Он едет прямо на нее, на этой виде, что он не останавливается, и она просто, короче, на бибику нажимает. Дима Гордей расстался с Клавой. Егор Крид в отношении. Вот, и, короче, она нажимает на сигналку, типа, чел резко останавливается, она выходит, ну, типа, говорит, типа, вы чё, типа, вся хуйня, говорит, я вас не заметил, прикиньте, пиздец, жестко. Я не знаю, я не в курсе ни про чьи отношения, не углублялась, Милана, спасибо за 100 рублей. You know what I'm saying, bitch? Следующий вопрос. Ебать, Эвелон, а в костюмчике? Буховска, хватит пить. Да, это прикольно. Лютая. Я бы сейчас искупнулась в басике. Классно, очень классно. Я все, я домой. Супер крайне. Такая милая. Нет, не смотри, ты его на. Ебать, им там весело. Вообще вам не. Короче, можно я расскажу прикол? Просто. О, Влади. А чего Маркошей? Владимир. Владимир. Мое уважение. Люто. Люто. Увидела сейчас видео, где ты говоришь, что не понял, почему я обиделась тогда, когда ты сказал мне на шоу побрить очко. Знаешь, почему я обиделась? Просто потому, что это сказал именно ты. Человек, который нравился мне как парень, и мне стало больно. Это ему Корейка написала? Так, чат, можете пояснить? Чат, поясните, пожалуйста, умоляю, я не в курсе. Это Корейка ему написала? А нафиг он это прочитал, блин? С чем Хесус? Хесус, зачем ты прочитал это на всем? Так нельзя делать. Это некрасиво. Или она же серьезно это написала? Или? Ну, при любом случае. Они брокли это? А, все, базар тогда. Я не имею никаких предъяв. Хесус лучший. Хесус,
Пятюню. Пятюню в чат для Хесуса. Ты. Спасибо огромное. Спасибо за донат. А что делать, блядь? Рот ебало! Твоя Юля, когда кричит, пиздец угарная. Круто. Бля! Алло! Ах, ты пугаешь, блядь. Оль? Йо, что? Да боёв он нашёл, блядь! А что происходит? Я алло! Я пишу, так тебе говорю, боёвал, буёвал. А-а-а, поняла. Ну как ты прекратилась, блядь? Только не медведь, только не заяц, не медведь. Последнего же ты не трогал. Блядь, живодер. Ужас. Дизлайк. Ну! Да ебани ты уже, блядь! Вот мудачье позорное, блядь. Козлы ебаные, черти ебаные, блядь. Наушники. У Столяро. Брат, а ты меня развел, скажи мне честно? Чё? Ну ты меня развел. В каком плане? Ну в плане, блядь, ты меня не кормишь нихуя, еды нет, блядь. Блядь. 2 часа, чел говорит 40 минут. Да какой 2 часа, нахуй, ну реально 40 минут, подожди. Чел говорит, 40 минут еда сейчас едет. Я посмотрю. Очень быстро, не переживай. А мы не заказали, да? Привет, передай, пожалуйста, Насте Антонюк привет. Настя Антонюк, приветик. Спасибо, Эрик, за сотку. Да? Да. Забыли заказать. Он не заказал? Еда едет. 40 минут. Сейчас поешь. На стенке Корейка вначале сказала, что ей нравится Хесус. А в конце, когда стримеров попросили дать совет Даше, Хесус скачал побрить очко. Люто. Блин. Я бы расстроилась. Я бы расстроилась, если парень, который мне нравится, сказал мне побрить очко. Я бы очень расстроилась. Невероятно бы расстроилась. Прикиньте... Чат, вот представь ситуацию, допустим, да, вот вы такие, типа, у вас есть человек, который вам нравится, допустим, вы ему это говорите, он, побри очко. Не, я бы не побрила очко, если бы мне так сказали, я бы расстроилась просто молча. А чё мне там брить, у меня нет волос там. Чё за хуйня?